государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Следуя традиции проведения парада, после выпадет холодных кадетов, барабанщиков областной кадетской школы интерната имени Неклюева. Впереди колонны на легковом автомобиле командующий парадом генерал-майор Рябченко Максим Владимирович. Первый заместитель командующего, начальник штаба 31-й Оренбургской ракетной армии. Четким торжественным строем проходит личный состав взвода почетного караула в составе отделения трех видов вооруженных сил сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На площади парадные расчеты управления и центр обеспечения 31-й Оренбургской ракетной армии. Парадный расчет возглавляет заместитель командующего армии по вооружению полковник Гродь Петр Викторович. Сегодня Оренбургская ракетная армия оснащена самым современным ракетно-ядерным оружием. Торжественным строем проходит военнослужащие из 106-го учебного центра имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Казакова. Возглавляет расчет начальник учебного центра, кавалер ордена за военные заслуги, полковник Мучкаев Сергей Борисович. В парадном строю воины, авиаторы 18-й.